Крёсток, ваши аплодисменты. Андрей Усачёв, битва на подушках. Айлика. Давным-давно пора забыть о ружьях или пушках. И если воином все же быть, то воином на подушках. Она всегда под головой. И лучше автомата. Дух повышает боевой у каждого солдата. Бац, бац, бух! Полетел метелью пух! Бах, трах, шмяк! Убежал с позором враг! Не меньше было бы тогда сражений знаменитых. Мы не взрывали б города, и не было бы убитых. И в битве при Бородино, когда б нас вел Кутузов, мы закидали все равно подушками французов. Бум, шум, звон! Убежал Наполеон! Бах, трах, плюх! Разобьем всех прах и пух! Должны мы бомбы закопать и ядерные чушки. И для военных покупать матрасы и подушки. А если враг пойдет войной, мы вскочим по кроватям и всей огромной страной его отколошматим. Бух, плюх, бац! Отдавай нам свой матрас! Понятно, каждый генерал о подвигах мечтает. Но если битву проиграл, пусть ее подметает.